Доброго времени суток, видеообзор на третьи съешки у нас. Так, глянем с вами целостность поверхности дисплея. Все вроде бы хорошо, это обычный волосок. А тут скажу, что имеется небольшая царапка, которую вообще не видно практически. Третья серия, 38 миллиметров. Так, пока не включается. Комплектация у них: коробочка, документики, зарядочка. Долгий запуск. Ну вот, они включились. Пишут то, что у них низкий заряд, и просит их подключиться к зарядку. К зарядник. В остальном же все хорошо. Никаких шумов нету. Часики в отличном состоянии.